Он что-то подрывает. Пошел. Ну да. Йока не вышел из танка. Не захотел. Погибает как бот. Должен соответствовать самому. Ну ладно, ну фраг, просто без танка может просто пойти забрать его. По маршрутках. Красавчик, Сашка отработал. О, он доехал прямо в сарай. Да, он из сарая и башни. Типа он встал напротив сарая, C4 лежит. Ну, что знает. Там, по-моему, справа сейчас обидит. Да? По-моему, я слышу его справа, да. Понял. Если справа, то да, 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 убегай, убегай, правильно, правильно. Блять, я зря побежал. Это маршрутка, это не танк, их там двое. А там тоже есть, где-то далеко. Я тебя еще достану, гад! Маршрутка. Дальше, коль, дальше. О, хуй. Спить. Спить. На танк нацепить, говна. Убежать. Фашист! Я хочу приехать к вам. Держитесь. Молодец. Периодически. Все, сел, сел, а поехали. Меня, где вы сели? Стоять, если уж мы ждем, то я возьму еще секунду. Патроны для фалосов. Посрано это звучало. Буквально за секунду. Я смотрю, только один вошел, другой вышел. Блять, только что сейчас другой вышел. Похоже, я не зря вышел. Блять, ну на самом деле, если бы все сидели, то я бы не дрался, то хуйней не занимался бы. Далеко. Ну, а, Саша, естественно. Точно далеко, да. Он? Сейчас. Ну, давайте там еще одна есть маршрутка, берите на train station. Блядь! Помогите! Нет. Взорвало? О, ебать. Бля, это пиздец. Наполеон зашел за красных. У вас хорошее подкрепление, конечно. Просто нахуй тир. Коля, давай дуэлиться. Ролот по мне стрелять уже. Ты хотел дуэлить? Я дам тебе дуэль. Вот.
Коля, чё? Ты просто вот, я тебе говорю, выходи. Нет, вот он из-под тишка там откуда из своих кустов. Ты не из-под тишка разложился, уже ждешь, короче. Ну в смысле, я просто. Ты, я знаю, что ты там. Блять, ПТРК чуваку ногу выбил, он просто лег, он лежит, блядь. Как нахуй не умер? Ногу должно было бы оторвать, нахуй. Потому что я китайский ПТРК. Возможно, блядь. А, где-то в поле ползает, блядь. Они вместо настоящих используют пластик. Китайский ПТРК с Алиэкспресса, знаешь. Да-да-да. Большой сигара, взрыв удовольствия. Да-да-да. Что-нибудь такое. И стой там. Да-да-да. Да нет, ведрам вообще говорю. Говным-говно. Говным-говно? Говным-говно. Я застрелил, Олег, тебя. Где его? Трахнул-то, ёпта. Теряем мы между там. Да мы её теряем уже на протяжении долгого времени. Ебать, попал нахуй. Ха, минус один танк. Да сука ты. Они что-то немножко поднажали, надо собраться, они что-то, блядь. Подпушивают маленечко. Почему прям до меня пробежал? Кстати, я думаю, можно отдать им фархаус и защищать лодж. В упор. Твою мать. Только сейчас снайпер пристал. Ой. Конечно. Снайперы нашли друг друга. Бать, там тачка переворачивается. Ты софи. Да, да, конечно. Девушка слева подъезжает, ой, справа подъезжает на точку. Опа. Форточку. Блять, опять зареспавнился свин. Сейчас что, нами банан, так понял, подтянется. А, ты другого занимайся. Беру свой слон назад. Ёбаный рот! Сейчас я придержусь, секундочку. Иди нахуй! Я пошёл! Ой. Я ноги сломал. Я тоже, блядь. Да, блядь, я попаду в тебя или нет? Попадёшь. Вот это как в боевиках вообще, просто так. Я спрыгнул, ты спрыгнул, видимо, жадность тоже, да? Да. А это нормально нахуй? Нихуя себе. Кто-нибудь спартанца убьет, нет? Бать, он танк завел красиво. Опа. До свидания. Я тебя видел краем глаза, блядь. Черт, торопился. А, блядь. Возьму-ка трофейный кар. Не надо трофейный кар, оставь его. Не попал. Отлично, Калюня, отлично. Нет, гранатка, не уходи. А, ну охуенно, я без оружия. Хорош. На, сука, от бедра, получи по яичкам. Блин. На холме слева от дома лучше. Мразь ебаная. Как они так делают? Я вот не понимаю. Как крак делает, вставая, сразу стреляет? Как чуваки ложатся и моментально стреляют, блядь? А что это? А ты мне хоть раз покажи, как это делать. У меня ни разу это не получилось. Нет, а хорошо, а как вставать и резко стрелять? Вот моментально как?
Он уже встает на прицеле и стреляет. Я вот это нихуя не понимаю. Ты так не делаешь. Никто из нас так не делает. На нахуй, Спартан, блядь, подъехал на танке. Хуй тянет танк, Спартан, блядь. Ну, сука, блядь, да что меня убить мог? Пиздец, блядь. Один раз промахнулся, блядь, резание, блядь. Вторым, блядь, резанул ему хоть бы хуй, блядь. Пиздец. Мы здесь не ругаемся матом. Кто не ругается матом? Да. О, ругается. Хорошо, фронтовик, молодец. Андрюшку не подпускай. Ты за всех не говори, Саша. У нас культурное сообщество. Ты за всех не говори, Саша. Ну, вот здесь. Блядь, чё сейчас чистенько говорю? Бомба что? Если ты ругаешься, все остальные не ругаются. Пошел ты нахуй, блядь. Отнюдь. Отнюдь. Не соглашусь с вами, сударь. Я так и понял. Блядь, кого ты не опираешься, блядь, ружьё, сука. Ты позвонишь. Это отхватывал моточку, нет, Мартар? Да. Ну, если пройдешь клумбу, ты отхватишь. Сотая видовка. Что за нахуй? Я не попал вроде бы. Я вообще с другой стороны. Ой, бля, ой, бля, да, нормально, искусство, сука. Такая елочка, нихуя не видно, выползаю из елочки, просто на меня дуло такое, опускается танк. Ух ты, прикольно. Лошара. Да блять, клумба. Ебать ты, сука, я чуть двоих не срезал с ножа, Дим, ну сказал же, пойду почищу. Да где тут на второй этаж нахуй поднимается? Он бегал в дыму, я не знаю. Задымил, он тут не спросил, готовы ли мы рашить. Вы должны быть готовы. Лошара на пулеметчике. Сзади же, клумба, ты прошелся по врагу, алё. Это враг был? Это враг был, блядь. Ты чё? Прям наступил на него на голову. Я не видел. Ну где вот он, блядь? Он же где-то прямо вот здесь. Убил. Берём. Берём. Саш, ты пушишь тоже, что ли? Конечно. А ты вместе со мной? Конечно. Прямо в себя попал. Нихуя ты меня не попал. Хо-хо. Где я сплевал? Thank you.
меня сразу за бусорок. Ничего себе. Ну сдаешь. Кто там взялся? Я был на крыше, а ты как сюда взялся? Я просто диверсант. Что, на парашюте долетел? Потому что при этом было два русских в втором этаже, и они контролировались. Опять нас обошли, сзади направо.